Программа «Рига – столица культуры Европы» для нас это большие возможности. Большие возможности показать наши артисты, которые знакомы. Но это возможность говорить о нашей идентичности. Для нас это очень важно подготовиться и к 2015 году, когда Латвия будет президирующая страна в Европейском Союзе, и тогда нам нужно будет работать действительно не на только культурном уровне, но на уровне многих областей по образованию, экономике, вопросах среды. Это очень хороший такой, можно сказать, трамплин для подготовки этих новых задач. И очень близко тоже 2018 год, когда Латвия будет справлять столетие нашей республики, и когда мы тоже будем думать о обширной такой культурной программе, потому что культура — это для нас одно из таких главных элементов, как мы можем рисовать свою страну и ответить на вопрос, что это значит, что это латыши, что они означают в Европе.